І на продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю про реформування вторинної ланки медицини. Сьогодні будемо говорити із директором департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерієм Сердюком. Добрый вечер нашему гостю. Давайте, прежде чем мы начнем говорить о вторичном этапе, да, реформы, вопрос по первичному. Что сделано, что не сделано, какие есть преимущества или недостатки? Вот в двух словах. Выполнен первый этап? Он совершен уже? Закончен? Да, добрый вечер. Первый этап уже завершен. То есть фактически создана система первичной помощи. Это семейные врачи. Это те врачи, которые непосредственно контактируют с пациентом, с семьей. Вот. И они полностью контрактированы. Условия, скажем так, контрактации, это они должны быть все автономизированы, то есть, в общем-то, все переведены на некоммерческие предприятия. Второе, это то, что все компьютеризированы. Вот, мы сейчас как бы уже заканчивается процесс телемедицины, потому что он имеет встречный характер, поэтому для того, чтобы полностью завершить этот процесс, надо осуществить его еще на вторичном и третичном уровне, для того, чтобы, скажем, на первичном уровне вы могли проконсультироваться не, скажем, через вашего семейного врача, не перемещаясь, например, скажем, там в город или еще что-то, а по системе телемедицины. Вот. Поэтому все эти задачи выполнены, и, в общем-то, как бы сейчас уже сформированы пакеты, и поэтому, приходя к семейному врачу, вы получаете направление, консультацию и так далее. Все уже согласно нового. Это для тех, у кого есть договор с семейным врачом. Конечно. У всех должны быть сейчас договора. Должны, но еще нет, да? Но это проблема, уже, это проблема, уже проблема, да, да, пациентов. Уже пациентов. И теперь вот ко второму этапу, что произойдет с 1 апреля. Вот давайте подробнее, чтобы наши зрители нас понимали, чем это грозит. Ну, вот сейчас мы находимся, так сказать, на завершающем этапе уже, опять-таки, контрактирования, но уже вторичного и третичного уровня. Вторичный уровень – это больницы интенсивной помощи, это опорные больницы, те больницы, которые будут наиболее, так сказать, по доезду, по доступности, наиболее будут близки к той громаде, вокруг которой они находятся. Вот. И больницы третичного уровня или высокоспециализированные учреждения, они также находятся на этапе контрактирования. Основными условиями контрактирования, опять-таки, является это автономизация, то есть они становятся коммунальными некоммерческими предприятиями. В общем-то, каждый главный врач уже становится практически собственником, то есть уже государство в меньшей степени начинает на него влиять, а он содержит коллектив, он определяет уже на сегодняшний день политику, он определяет штат. Но в рамках городского бюджетирования, в рамках местного, да, бюджетирования? Ну, смотрите, я хочу сказать таким образом, пока да. То есть мы не можем перейти на полное контрактирование, вернее, на полный, так сказать, хозяйственный механизм, потому что нужно поддержать некоторые больницы, еще они находятся в стадии перехода. Вот до конца этого года больницы будут получать этот так называемый глобальный бюджет. Этот бюджет оплачивает заработную плату пациентов, но этот глобальный бюджет оплачивает только 60% от существующего финансирования больниц. Мы и так говорили, что больницам не хватало финансирования, да? А теперь мы получаем, и все больницы получат 60% вот этого финансирования. То есть, в общем-то, еще меньше. И каждый год они будут получать меньше и меньше. 60, 50 на следующий год, потом 40. То есть переходить на платные послуги или на гарантированные послуги. То есть абсолютно четко и ясно становится, в общем-то, каждая медицинская услуга, она уже становится платной. Либо это частное, либо государство, это государство оплачивает это, эту услугу. И на сегодняшний день уже гарантировано 27 таких услуг. И, в общем-то, как бы каждая больница потом из этих 27 услуг может выбрать хоть 27. 27 – это второй этап? Нет, это сейчас уже идет. Вот сейчас уже, да, этап, который уже находится в стадии завершения. Вот. Это по многопрофильности того или иного лечебного учреждения. И, соответственно, тогда, если эта больница контрактирована, и она законтрактирована по этим существующим услугам, значит, соответственно, тогда она может получать с Национальной службы здоровья за каждого пациента плату по данной оказанной услуге.
Вот. Поэтому в данной ситуации, еще раз я повторяю, что теперь либо за пациента будет платить государство по тем услугам, которые она гарантирует, которые входят в этот перечень 27, либо если пациент не хочет пользоваться этой гарантированной услугой, он может платить сам, непосредственно, так сказать, либо в частной клинике, либо в какой-либо другой. Основные услуги, которые получит пациент с 1 апреля, гарантированно оплачены государством. Это что? Я думаю, что к этому вопросу мы можем вернуться немножечко позже, когда мы сейчас рассмотрим проект, и этот проект будет обсуждаться в течение 2 недель, а потом уже, когда он будет утвержден окончательно, вот тогда мы сможем собраться и обсудить, что вошло в этот пакет гарантированных услуг. Ну, то, что озвучили, вот там помощь при родах, инфарктах, инсультах. Да, это такие, в общем-то, как бы более регламентированные вещи. То есть это, ну, абсолютно, скажем, бесплатными услугами являются основные услуги. Это инфаркт, инсульт, это экстренная помощь, потому что она является абсолютно бесплатной. Это и, в общем-то, как бы по любая экстренная помощь, будь то стоматологическая, будь то там офтальмологическая, будь то любая другая, она, если больница, вы приходите в больницу, которая контрактирована по НСЗУ, по Национальной службе здоровья, она уже априори является бесплатной. То есть на сегодняшний день отказать в экстренной помощи в больнице, которая контрактирована, мы не имеем права. Ну и кроме этого, еще роды, это неонатальная помощь. И то, что, в общем-то, беспокоит нас всех, это ранняя скрининговая диагностика рака. Поэтому вот эти 5 услуг, они являются на сегодняшний день гарантированными, оплаченными НСЗУ. Беспокоит вас почему? Потому что непонятно, что будет входить конкретно или что? Нет, я имею в виду беспокоит с точки зрения того, что правильно оценена услуга. То есть, в общем-то, на сегодняшний день проблема онкозаболевания является одной из актуальных самых проблем. Поэтому ранняя, так сказать, ранний скрининг или ранняя диагностика онкозаболевания, она на сегодняшний день актуальна. И поэтому вот эта ранняя диагностика, она также входит в гарантированную услугу. А вы имеете в виду, она может быть неправильно оценена? Это из тех 5 услуг, о которых мы говорим сейчас. Угу. А готовы ли сегодня учреждения? Там шла речь о, не знаю, Гончарук ставил задачу о компьютерах. Да? А небольшой процент был озвучен им по Украине. Что с этим процентом по нашей области? Компьютеризации лечебных заведений? Были определенные, так сказать, препоны с точки зрения там, согласования и прочих там, по покупке компьютеров, по приобретению компьютеров. На сегодняшний день они, ну, скажем так, устранены, и, в общем-то, сейчас идет массовая закупка компьютеров. Я думаю, что вот к 30-му числу мы будем уже иметь достойный процент, тот процент, который нам позволяет говорить о том, что где-то на процентов 80 мы полностью готовы к контрактированию, ну, а полностью этот процесс завершится где-то к концу февраля, и там уже к 1 апреля уже все учреждения будут готовы вступить в этот процесс. То есть я могу говорить о том, что я приду к своему семейному доктору, у нее должен быть на столе компьютер, да, и мои данные, и мою историю, она должна смотреть. И не только компьютер, Леночка, а еще он должен быть Wi-Fi в больницах. Почему? Потому что вы домой можете прийти, если, скажем, вас интересует, например, что это за доктор. Вы можете, так сказать, благодаря Wi-Fi войти в общую базу данных и определить, это тот специалист, к которому вы хотели попасть или нет. Ну, плохо с этим. Очень нестабильно. В пределах города. Мне трудно представить, что может происходить там, за пределами города в малых населенных пунктах с Wi-Fi в частности. Мы с вами движемся к совершенству. Я хочу сказать, осилит дорогу идущий. Поэтому, конечно, по пути могут быть и ошибки. Но, тем не менее, движение, направление движения, оно правильное. И, в общем-то, как бы и оптимизация, и многие вещи, они наконец-то дадут нам возможность, в общем-то, как бы понять одну самую важную вещь. Любая услуга, она стоит денег. И, в общем-то, как бы, что должен понять пациент наконец-то? Сколько стоит медицинская услуга, та или иная, она должна быть четко просчитана, калькулирована. А как пациент это может понять? Это можете знать вы, специалист, нет, да? Почему? Человек... Любая услуга на сегодняшний день будет прокалькулирована и доступна для любого, так сказать, пациента. Он должен понимать, что входит в стоимость этой услуги. Это будет доступная информация, поэтому никакой проблемы не будет. Но если она появится, это уже большой прорыв, потому что сегодня, приходя в больницу, мы с вами не знаем, за что мы платим.
Не знаем. Вам называют цифры, а на чем они Вы имеете в виду зиждятся? Сейчас какую больницу? Ну, какая любая больница. Ну, это же не секрет. Вы сегодня придете, вам скажут, сколько я должен вам за операцию. Он говорит, ну, посмотрит на вас, так снова до головы скажет, ну, пока еще не знаю. Вот поэтому я вам хочу сказать, что когда наконец-то наступит порядок, и порядок наступит с тем, когда мы абсолютно четко по тарифам поймем, что в услугу эту входит и заработная плата, и коммунальные услуги, и сюда входит амортизация оборудования, и техническое обслуживание этого оборудования, и зарплата сестрички, и санитарки, и налоги на заработную плату. И вот мы поймем, вот это услуга. Если потянет его государство, это хорошо, тогда оно назовет его гарантированной услугой. Если нет, тогда хотя бы пациент будет понимать, сколько он должен доплатить. И вот здесь мы ждем, например, страховые компании, которые смогут нам помочь сделать эту услугу гарантированной. То есть на сегодняшний день вот этой детализации, что, сколько мы стоит, например, ее. Вот та сумма, о которой я сейчас примерно говорю, неточная цифра, там, например, 10 тысяч было озвучено при инфаркте, по-моему, 10 тысяч гривен. Мы не знаем, что входит в эти 10 условных 10 тысяч гривен. Я думаю, и те, кто озвучивал, наверное, тоже не знают, что сюда входит. Либо поэтому это медикаменты, в этом либо сейчас это... и состоит основная задача для того, чтобы разобраться, потому что, я так понимаю, мы шли, в общем-то, от... формирование. Вот мы знали, какой глобальный бюджет существует, и поэтому потом среди всех взяли его и разделили. Да. Но это спорный вопрос, правильно или неправильно. Но я хочу сказать, что, в общем-то, потому что здесь в стране могут быть различные политические ситуации связаны, потому что, безусловно, понимаете, как все равно на всех бюджета не хватит. Поэтому это абсолютно очевидная вещь. Вот. И абсолютно очевидная вещь о том, что станет ясно сейчас, что очень многие больницы выполняют одни и те же услуги. Но только выполняют они по-разному, понимаете? И я вам хочу сказать, что на сегодняшний день абсолютно очевидная вещь о том, что больницы являются на сегодняшний день незагруженными. Это факт. Все? Что... Нет, ну не все. Не но все. Я хочу сказать, вы можете прийти в больницу и увидеть, что половина, так сказать, коек пустые. И туда приписывают больных для того, чтобы не сокращать койки, а получать заработную плату. Поэтому система, она уже немножечко себя изжила. Больница должна быть, я еще раз повторяю, она должна быть оптимальной, она должна быть эффективной. Эффективная, значит, там должны быть работать высоко, ну, скажем так, профессиональные люди, которые выполняют свою работу очень профессионально, качественно, быстро и эффективно. Но они должны получать за это соответствующие деньги, чтобы они потом не назначали вот там стоимость из кармана. Мне кажется, что теперь, оптимизируя бюджет, мы, например, сможем... Вы сейчас, каждый пациент пойдет именно в ту больницу, где он будет считать, что его там вылечат, и поэтому он за собой понесет денежку. А, соответственно, от этого будет зависеть зарплата того или иного врача. Ну, очень коротко должны заканчивать. Сколько времени, на ваш взгляд, должно пройти, чтобы вот этот второй этап, ну, пришло какое-то понимание, он начал работать? Я понимаю, что это дата условная. Я думаю, не меньше, так сказать, мы будем входить в этот этап. Ну, безусловно, вот этот этап этого года будет, на мой взгляд, самый тяжелый. Вот, потому что мы еще до конца не понимаем многих вещей с точки зрения, насколько адекватно. Потом абсолютно очевидно то, что мы встретимся с оптимизацией. То есть как бы некоторые больницы перестанут существовать, это понятно, потому что у них не будет пациентов. Вот. А может быть, некоторых жизнь заставит объединиться с другими больницами, сделать более эффективными больницы. Вот. Поэтому этот процесс будет достаточно переходный и непростой. Но я думаю, что за 2-3 года мы должны справиться 2-3 с этой ситуацией. Года. Мне будет очень интересно услышать вас вот после 1 апреля, где-то незадолго, да, когда это стартанет. Вот, я надеюсь, мы увидимся с вами в этой студии. Спасибо. До встречи. Спасибо. І ще раз подякую нашому гостю. Про реформування вторинної ланки медицини сьогодні говорили із директором департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерієм Сердюком. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До побачення.